Вот эта песня написана не мной, а написана нашим клавишником Дмитрием. Посвящается, пожалуй, наряду с Евпатием Коловратом, одной из наиболее впечатляющих исторических личностей в истории нашего народа. Песня о том человеке, который сумел объединить разрозненные русские силы в единый громящий кулак и нанести решительный удар врагу, освободив свою землю. Это песня о великом князе Дмитрии, который освободил Русь от татаро-монгольского ига. Песня так и называется «Дмитрий Донской». Усобицы Русь, рвалось русское сердце от корысти в думах князей и набегов татар. Каждый к власти стремился, предавая других иноверцам верность, честь и отвагу людей, превращая в товар. На русской земле поднималась глава золотая, крепло ширилась первопрестольная наша Москва. Дмитрий князь земли предков своих воедино сбирая, возвращал единство Руси славные времена. И продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободы огонь, вожженный тобой. И сегодня, вспоминая тебя, поднимаются воинов главы. Ты всегда будешь с нами, великий Дмитрий Донской. Монгольского огнета кинул клич по стране, зывая героев на бой. Ради витязей, ради свободы родного народа, воевать за отечество двинулись вместе с тобой. И продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободы огонь, вожженный тобой. И сегодня, вспоминая тебя, поднимаются воинов главы. Ты всегда будешь с нами, о славный Дмитрий Донской. Свергнута иго, и родина стала свободной, а начало империи положил подвиг воинский твой. Но сегодня, 8 сентября, лишь немногие вспомнят, как их предки в крови возвращались с победой домой. И продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободы огонь, вожженный тобой.
И сегодня, вспоминая тебя, поднимаются воинам главы. И всегда будешь с нами великий Дмитрий Донской. Ты продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободы огонь, пожженный тобой. И сегодня, вспоминая тебя, поднимаются воинам главы. И всегда будет с нами, о славный Дмитрий Донской. Спасибо.